Общественные наблюдатели проверили дороги в Первомайском районе Владивостока. Ранее их отремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Стекло будем менять. Народные контролеры прошли вдоль улиц Акатовой, Харьковской и Калинина, где ранее уже проводились рейды. По словам наблюдателей, некоторые замечания, которые были сделаны по объектам в прошлом году, устранены. В данный момент вот я лично со своим блокнотом прошелся, записал повреждения, где увидел, соответственно, адрес привязки, где это находится. Затем у коллег соберу все замечания их, все это сформирую в чек-лист и отправлю в администрацию города для устранения замечаний. Во Владивостоке продолжает работу Институт общественных наблюдателей, который дает объективную обратную связь о реализации важных проектов. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.